Привет, хочу-знайки! С вами канал «Хочу знать». Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Наэлектризованный воздух. Грозы – завораживающее явление, но они могут быть крайне опасными, в особенности, если вы когда-нибудь заметите, что ваши волосы стоят дыбом, как у этих девушек. Этот феномен является результатом трения, вызванного постоянными ветрами, и является верным знаком того, что молния может ударить в любой момент. Лава вливается в море. Подобное зрелище – постоянное явление на Гавайях, где находится множество действующих вулканов. Дерево оживает и начинает дышать. Не волнуйтесь, на самом деле это не дыхание. Этот феномен возникает, когда сильные ветра давят на дерево, из-за чего корни пытаются пробиться через поверхность. Грязевые вулканы. Хотя прыжок туда с целью принять расслабляющую ванну может показаться заманчивым, это может стоить вам жизни, учитывая тот факт, что они — это комбинация горячей воды, природного пара и глины. Они появляются, когда давление окруженного влажной глиной газа слишком высоко и начинает вырываться наружу. Голубая лава. Этот феномен возникает только на вулкане Иджен, находящемся в Индонезии. То, что придает лаве яркий синий цвет, это наличие серы. При ее горении выделяется электрически синее пламя, из-за чего кажется, что и сама лава такого же цвета. Облачное цунами в городе Цинциннати, штат Огайо. Считается, что эти облачные образования появились из-за комбинации сейсмической активности под ними с сильными вертикальными воздушными потоками. И, подобно их внешнему виду, эти облака также являются предупреждающим знаком перед тем, как настоящее цунами обрушится на район. Два океана, которые не соединяются. Может показаться, что это фрагмент научно-фантастического фильма, но причина, по которой эти два океана никогда не перемешиваются, это различное количество соли в составе воды, что делает невозможным их слияние. Они все же смешиваются, только в совсем незаметных масштабах. Известно, что скворцы путешествуют стаями, и это зрелище настолько впечатляет, что вам, вероятно, покажется, что это иллюзия. Цунами, спустившееся с небес, также известное как микропрорыв. Они обычно возникают, когда гроза своего рода распадается на части, а удерживающие ее восходящие потоки ослабевают, что приводит к тому, что воздух вокруг резко устремляется от грозового облака вниз к земле, перенося с собой также и осадки. Подводные водопады, выглядящие как проход в подводный мир, такие же жуткие, какими могут показаться. Они также называются водопадами из-за своего рода оптической иллюзии, при которой песок и отложения, падающие со дна океана, создают впечатление, будто под поверхностью воды находится водопад. Водопад «Дьявольский котел» рядом с озером Верхнее в Миннесоте. Один из водопадов в этом комплексе исчезает в пещере, но вся загадка в том, что эта вода никогда не всплывает где-либо в близлежащем озере. Люди бросали в водопад GPS-трекеры, красители и даже палки, чтобы увидеть, всплывут ли они где-нибудь. Но на сегодняшний день никто не может сказать, куда точно девается вода. Северное сияние или аврора бореалис. Этот феномен возникает, когда электроны и протоны в воздухе сталкиваются с различными газами и верхними слоями атмосферы Земли, что вызывает цветные вспышки в ночном небе. Завораживающая пещера светлячков в Новой Зеландии. Светлячки — биолюминесцентные организмы, которые светятся даже при малейшем движении. Из-за них верхняя часть пещеры выглядит как небо, полное звезд. Замерзшие метановые пузыри на озере Байкал. Эти пузыри образуются бактериями разлагающихся животных и растений, которые выделяют метан прямиком в воду. Озеро Натрон в Танзании.
Это озеро считается самым смертоносным в мире из-за экстремально высокого уровня цианобактерий – водорослей, выделяющих вещество, которое, в свою очередь, повреждает клетки, нервную систему и печень большинства организмов, которые его употребляют. Любая птица или животное, которое когда-либо пило из озера Натрон, не выжили. Если верить местным, существует миф, что это озеро обладает способностью превращать живые существа в камни. Биолюминесцентная морская вода. Этот феномен вызван трением между волнами, бьющимися друг от друга, или какими-либо другими нарушениями в воде, которые запускают защитный механизм биолюминесцентных водорослей, заставляющий их светиться. Лагуна Хат, или Розовое озеро в Западной Австралии. Озеро приобрело свой ярко-розовый цвет благодаря определенному виду водорослей, которые в нем растут и носят название «Дунаниелла солоноводная». При облучении солнечным светом водоросль вырабатывает бета-каротин – красный пигмент, который встречается в моркови и других овощах. Расплавленные дороги. Вы когда-нибудь попадали в место, где растворяются автомобили и дороги? Люди, которые находятся на улице в изнуряющую жару, обнаружили, что их ноги начали прилипать к земле, что затрудняло их движение, поскольку асфальт плавился и размывал дороги. Что еще хуже, из-за сильной жары начали плавиться автомобили, становясь просто неузнаваемыми. Что ж, виной всему аномальная жара, которая представляет собой длительный период необычно жаркой погоды, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и окружающей средой. Огромный град. Вам не кажется, что это невообразимое зрелище – наблюдать, как гигантские камни сыплются вместе с градом во время урагана? Не будем сохранять завесу тайны. Причина этого может быть феномен, известный как влажный микропорыв, который образуется во время ливня и может перемещать обломки при мощном ветре. Дышащая земля. Редко приходится сталкиваться с движущейся и трескающейся землей, когда вы полностью доверяете своему третьему глазу. Сотрясения земли во время землетрясения в Палу на острове Сулавеси были вызваны разжижением. Разжижение происходит, когда насыщенный грунт сотрясается в результате землетрясения, из-за чего частицы грунта теряют прочность и сцепление друг с другом, что приводит к тому, что почва принимает свойства плотной жидкости. Это должно вам показать, что природа может быть разрушительной и могучей, и вы должны быть готовы к ее всплескам. Углубление в земле. Остерегайтесь оставлять свой автомобиль без присмотра, потому что земля может поглотить его. Мгновенно образовавшиеся провалы, называемые карстовыми воронками или карстовыми провалами, образуют отверстия в земле в результате разрушения поверхностного слоя. На этом все. Спасибо, что были с нами эти минуты. Будем рады вашему лайку и подписке на канал. До завтра!